Приветствую вас. Давайте сейчас разберем ваш вопрос. Как понять, что парень хочет расстаться, если мы с ним общаемся на расстоянии, мы в разных странах, в течение года? Пишите вы. Смотрите. Значит, если вы общаетесь с человеком на расстоянии, то вполне вероятно, я, конечно, в этом не уверен, но вполне может быть такое, что вы и не встречались, потому что встречаться, это значит все-таки, ну, как-то проводить вместе время, это значит все-таки иметь какой-то такой общий, я бы сказал, опыт, а в этом случае этого общего опыта, судя по всему, нет. Дальше. Если вы вот не можете понять, значит, хочет ли парень с вами расстаться, то, скорее всего, речь идет о вашей тревоге. То есть вы тревожитесь, вы или боитесь, или не хотите того, чтобы он с вами расстался. Вот. И, значит, вы пытаетесь, ну, например, убедить себя, да, в том, что он с вами расстаться на самом деле, например, не хочет. Ну, расставаться, то есть он с вами не хочет расставаться. Все это, вот, по факту, такой получается маневр, связанный с тем, что вы не очень сильно хотите себе доверять, не очень сильно можете себе доверять. Вот. Ну, трудность тут в том, что если вы себе не доверяете, то испытываете постоянную проблему с потребностью в наличии какой-то обратной связи вам. Ну, в отдаче обратной связи вам. Вот. Дальше. Начала испытывать проблемы в отношениях ввиду нечасти переписки и звонков друг к другу, списывая это на его занятость на работе. Ну, смотрите. Получается, что проблема у вас, то есть вы начали испытывать проблемы. Заметьте, не молодой человек начал испытывать проблемы, а вы. А у нас вы спрашиваете, как понять, что мужчина хочет расстаться. То есть, грубо говоря, его действия, вот такого рода, такого плана, его действия, вами, ну, воспринимается как шаг к расставанию. И здесь вопрос. А не связано ли это с тем, что вы, например, боитесь этого самого расставания с человеком? Не связано ли это с тем, что расставание для вас значит что-то не очень хорошее, что-то не очень позитивное? Если это так, то на это тоже необходимо обратить самое пристальное внимание. Потому что, ну вот, как бы вам это может мешать. То есть, ну, вам может мешать то, что вы боитесь расставания, то, что вы запрещаете, как бы, запрещаете себе думать о том, что какие-то действия могут привести к расставанию, ну, к расставанию вашему, к расставанию между вами, грубо говоря. Вот. А это же, в принципе, нормально. Ну, нормально, естественно. Он ничего не говорит о расставании. А почему он должен говорить? Общается, если как ни в чем не бывало. Просто не так часто. Интересуется моей жизнью и делится своими проблемами. Смотрите. Я думаю, что вам можно спросить
себя, спросить себя, что именно меня тревожит конкретно. И постараться разрешить конфликт, который имеет место быть у вас, в какой-то степени самостоятельно, не привлекая молодого человека. Только если вы на допустим, ну, на 100% будете уверены в том, что вот вы чего-то хотите, да, то есть если вы будете уверены, например, в том, что, ну, что вот, например, вы считаете, что там, вам, допустим, ну, не должны, например, писать там редко, ну, к примеру. Вам не должны, например, писать, вот, ну, с такой вот чистотой, да, какой пишет мужчина. Вас это, например, оскорбляет. Вот. В этом случае, конечно, да. В этом случае, конечно, выражать свои чувства, свои желания мужчине, безусловно, нужно. Но в остальных случаях, когда вот, например, вы интерпретируете его действия как расставание, а по факту говорить о том, что вас беспокоит, да, не совсем корректно. Стоит мне самой начать откровенный разговор, а откровенный разговор по поводу чего? Или продолжать общаться, пока он не сам поделится мыслями о текущем положении отношений. Смотрите, мне складывается ощущение, Карина, что сами отношения вас волнуют больше, чем молодой человек. То есть вас волнует именно статус отношений, именно положение отношений, но не сам молодой человек. Но вот я рекомендую вам об этом задуматься, чем для вас важны сами отношения и как получается так, что сами отношения и их состояние для вас важнее, чем человек. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.